Ладно. Начинаю запись, короче. Ну вот я начал запись, и я снова умер. Отлично, я считаю. Как всегда, да, наверное. Так, небольшая разминочка. Да. На-ка тебе в лицо. На-ка тебе пузень-то, на-ка. Какую пузень, слышь? Да твою толстую, жирную, блинцу. Ты если шутишь, то смешно шути, ладно. Нет, я не умею. Ты же не учишь, ты обещал, что научишь, я тебе денег за что плачу-то, алё. В космос тебя. Нет, ты. Я так я понял, ты внук Гагарина, да? Да-да-да. Ладно, давай боксим. На-ка чё тебе. Чё боксим? Ряду? Да, в принципе, можно ряду. Ладно, погнали, дуэлька. First Quake Life Duel Series. Она is going on. Ладно, погнали. Сериальчик. Да. О! Нет, 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 нет. Ладно, нет, я тебя пощадил, смертный. На-ка тебе. Гордись тем, что я тебя оставил живых. Нет, ты. Значит, нет. Ой. Знаешь, как у меня было? У меня было 1 хп. И я почти выжил. Что? Ой. Это как вообще? Это, блин, это несправедливо, между прочим. Я считаю. Китай. Ладно, в любом случае, не такая плохая ситуация, как могла быть. Как было в прошлый раз. Нет, подожди! Это ты где? Это ты откуда было? А, сверху! Нет! Я сам не... Я вообще запутался! Это вообще, между прочим... Ты знаешь, это что вообще законно? Ты вообще Валхак, знаешь, что не запрещен здесь? То, что я с тобой играю, когда ты играешь с Валхаком, это считай, я тебе делаю одолжение. Ну да, да. Нет! Я почти лизнул. Я прям шел и так с язычком аккуратненько до этой миги. Облизал, но не забрал. Облизал, но не забрал, ага. Жиза, что тут скажешь теперь? Жиза? Так, я слышу его. Мои агенты, мои агенты доложили, где он находится. Мои агенты доложили. Дверь закрыть. Может, ты поймаешь все-таки? Оп. Ну. Хорошо. Никто не должен умирать от шафта, кроме тебя, сегодня. You shall not pass! Да блин. Что-то я нормально так наполучал. Да-да. Тоже смотри, что ты. Что три рейла как-то много было. Для меня-то. Ой. А вот для тебя нормально два рейла. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, я хорошо сделал. Вообще, как надо. На тебе контролечку. А, прям заявил. Да, я такой. Я инвадер. Хорошо. 4-3. 4-3. Сегодня я в ударе. В моем. На 1 хп. Мой любимый дамаг. Обожаю. Я стараюсь держать традицию. Блин. Опа! Нормально получается, да? Нормально? Ты смотри. Да ты пороху-то не нюхал еще, сынок. Ладно, убедил. Хотел дать Air Rocket, не пух. А у меня шафта не было. Вот ты везунчик. Оп! Подгадал, не ждал этого, а я знал. Ты чё? Я вообще красава.
Ты давай завязывай с этим, давай не надо. Не-не-не, ладно. Все, мужик. Мужик, это шутка. It's a prank. Что ты говоришь? Ну розыгрыш это. Ну ты понял. It's a prank. Я уже не могу даже ничего считать. Ты что, ты еще считаешь? Ты, я пытаюсь. Я, между прочим, просто... Я просто бег... Халк бежать, Халк стрелять. Халк, да. Видишь, какой я бессмертный парень? У меня 30 хп, но я все еще на тебя быкую. Ты Мику пропустил, ты мог взять. Да? На... Нет. Я целился в дырку. It's a prank. Да все, убедил. Я с тобой больше не играю. Нет, играешь. Не. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Нет, плохо. Ты ничего не смыслишь в хорошем. Тебе шарит надо, понимаешь? Но тем не менее, на соточку-то смог тебе дать? И себе на полтосик только что. Об стенку. Мое любимое. Ага. Мое любимое на один хп. Я твое любимое тоже умею готовить. О, я снова это приготовил. Как тебе? Сука, нет, получается очень. Да вот почему ни одна ракета не попала туда, куда надо? А вот сейчас нормально. Сейчас зашло. Сейчас тебе зайдет. Тебе в спину! Черт. Блин. Зачем я прям с тобой рядышком шел? Нет. Фу, противный, уйди. Нет, ты. Так, и что ж мне делать с тобой теперь? Ну не знаю, ты можешь, короче, пострелять сюда. Блин. Пострелять вот сюда. Также вы можете обратить внимание направо. Хорошо. Просто хорошо. Нет. Я справился. Ты ко мне не подходи, я больной, у меня есть справка от стоматолога. О! Черт, я думал, Air Rocket залетит. Я думал, я не разобьюсь. Это было просто перед лицом, реально. Я такое каждый день вижу, меня этим не удивишь. Ой. А, мне надо жить, мне надо как-то жить. Ай, блин, я все время думал, что ты перелетишь меня, а ты, оказывается, не перелетаешь, подлец. Да, я так не делаю. Хорошо. Да ну есть. Кого? Что-то шафт сегодня прям не идет. Шафт всегда был на моей стороне, сынок. Ой. Ой. Ай, ой. Блин. Вот знал, что ну, надо вот было так, взять еще дополнительную аптечку, чтобы не умереть от рейла. Подумал, ладно, но он же косорез, кривожуй, он не попадет. Косорез, кривожуй. А теперь мое прозвище, да? Да. Мое призвание. Хорошо. Ладно, сегодня... Разменочка. Разменочку видел какая? Видел. Тебе сотка, мне сотка, всем сотка. Блин, вот целился, да не доцелился. А вот сейчас нормально. Нет, сейчас плохо. Нормально вообще было. Нет, сейчас вообще классно. Мне понравилось. А мне тоже. Ты че? Вполне. Только не говори, что я мегу пропустил, да? Ага, замечательно. Да.
Я знаю, что ты здесь будешь. Ой, а вот это... А вот это уже нехорошо получилось. Да ты где там? Люся! Люся, не буянь! Нет, подожди! Да побуянь-то, алло. Че, зря бухала, что ли, здесь? Да все. Что ты там про мой шафт сказал? На. Хорошо, ой, это вот серьезно. Это разменочка, да? Вот это норм вообще будет. Прям по-пацански. Умри! Нет! Ну нет! Yes! У тебя, смотри, а, это у меня 43-37, почти 23-37. Да я прочок. Блин! Пачки. Ладно, ну в принципе нормально так-то. Слушай, я неплохо. Больше смеялся. 12-10, это тебе не 21. Это к уже... хорошо. Это уже прям... Ух. Так, давай следующую карту. Так, да, следующая у нас... Так. Давай какую-нибудь. ЗТН. Что-нибудь такое. Либо Blood Run, либо... А, ну Т7. Давай Т7. Т7. А я делаю выводы. Не пой, пожалуйста. Нет. У тебя не очень хорошо получается. Я готов ринуться в бой. На мне броня. Так... Броня. Ну дай, пожалуйста. У тебя как будто как памперсы. И ты еще смеешь выступать против тех людей, у которых памперсы? Ну вот мы и встретились с Джонни снова. Какой Джонни? Ладно, Джонни, это победа за тобой. Сам ты Джонни, алло. Джонни. Вот ты. Вообще ты. Ты отъехавший, что ли? Я не отъехавший. Я поехавший. Еще нет. Джонни, ты украл, ты взял, блин, короче, как бы это сказать-то правильно? Ты украл все то, что принадлежит моей семье. Ты должен, ну что? Ты должен умереть. Нет, ты. И вот он опять мой Архинемезис. Да что ты, Архинемезис? Ты арх что? Архинемезис. Что это вообще? Что-то звучит грозно. Мой заклятый противник, Джонни. За какой Джонни? Успокойся. Ты зря обидел семью Дона Корлеоне. Он тебе будет мстить, блин, черт. Я уйти не мог, я найти дорогу не мог спиной. Бля, тем временем 5-0. А ты Джонни... мегу, да, украл? Какую мегу? Какой пацан? Ой. Я и от бабушки ушел, и красный тоже мой. И в рокет получил. В табло. Хорошо. Да как ты, сколько? Ты вообще во мне знаешь сколько было? Во мне еды-то, блин, было, жира-то. Протеина, ты чё? Ты чё, думаешь, всё так просто в этой жизни? А ничего не просто. Моё. Было. Спасибо, что подбросил. Авиалинии имени Вуди. Хорошо. Авиалинии имени Вуди. Пользуйтесь... Шафталинии. Дятловскими авиакомпаниями. Авиамикомпаниями. Авиамими. Авиамин компания. Авиамин. Ну зуб так сына, если не забыл. Блин, ну хоть напоследок дал тебе прикурить.
сынок, мы снова встретились. Ну ты так-то мог меня убить, ты упустил шанс. Да я как-то хотел немножко жить, если честно. Ну как-то у меня было 3 хп. Еще не поздно снова их вернуть себе, Джонни. О. Да подожди, я рокет брал. Нет, не подожжу. Подожди, подожди, подожди. Вот, снова мой рокет. Я снова в деле. Тогда ты будешь Питер. Не то чтобы я против тебя что-то имею. Ладно. Все, короче, я собрался. Я собрался, я собрался, я тащу. Собрался. Ой, я разобрался. Ладно, 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 ладно. Он думает, что я с ним играю в серьезные игры. Но, боже мой, как же Джонни был неправ. Питер получит по голове рокетом. А вот это обидно было. Это смысл? Я нагадил, я пошел. Блин. Даже Ред тебя не совсем спас. Что ж. Ну я там, в принципе, нормально так шафтом-то надамажил. Да, прям неплохо было. Там зашло так хп-то 60, наверное, где-то. Да-да, себя дамаж. Выполни мою грязную. Я тебе просто поддаюсь. Да-да-да. Ну, это было просто поддавки. Ну не поддавайся мне. Блин, 5 минут 8 фрагов на Т7, это неподъемно. Да не. А, да я пошел. Я вообще в другую сторону шел, братан. Какая мега, да? Да. Сразу минус. Ой-ой-ой. А я ушел, и от бабушки ушел, и ты меня не найдешь. Эй, блин, не получилось немного. Вот это прикол! Так, а потом, короче, на записи повидишь, увидишь, это просто это... Ой. Это с гренки было, да? Да, это было с гренки. Почему тебе? О, как отсюда уйти-то? Живым. Я ушел, я буду... Я ушел. Ты ушел? Да. Я к бабушке ушел, я к дедушке ушел. Я вообще и Мигу нашел. И Ред мой. А вот то, что шафта у меня нет, это обидно, но я солгал. Хватит. Не стесняйся. Не ссы. Солдат ребенка не обидит. Ты что? Какой из себя солдат, Олег? Чиполлино, опустись. Ага. Не попаль. И снова не попаль. А я тоже нет, не попаль. Нет, ты. Какая досада, что мега моя снова. Если бы меня это еще иногда выручало бы, это вообще бы цены не было. Где ты там ходишь, я что-то понять не могу. Ой, подловил ты меня. Думал, я тебя подловил, на самом деле нет. Не-не-не, до свидания. До свидания, говорю. Ага. Вот это вообще мув. Да, что-то я не ожидал такого рода событий. Вот это мув, просто по скиллу ушел. Ты это видел? Конечно видел, ты же в меня прилетел. А вот это да. Я теперь знаю твою тактику. Да? Просто, видишь человека, стреляй ракетой. Ой. А ты умер что ли? Да, я на своей гранате подскользнулся.
Ты что, думал, я к тебе не дойду, что ли? Я ожидал. Ты думал, что мы тебя не достанем? А вот мы Питер, здесь. Питер, пожалуйста, Питер. Опа. Ой. А кто так много шумит? А кто у нас такой крикливый? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты смотри. Нет, ты. На. Блин. Да ну, опять как я сам себя там вообще убил? Это было спланировано, между прочим. Мы подстроили случайно череду событий для того, чтобы все так и произошло. Пипец, я с плазмы умер. Вот это надо же было. Осталось минута 6 фрагов. Не дано мне сегодня. Дано. Где мегата? Я уже... Где мой мега? Какая мега? Вот которую ты берешь. Я что-то так натянул. Хватит так орать. Тут... Ай, Рокет, я обосрался, я аж мышку. Я обосрался. Интересно. Нет. Я не напуган, я обосрался. На. Кривожуй ты. Опачки, моя мега. Ты же не думал, что уйдешь безнаказанным. Конечно, думал. Ладно. Так. Что, последняя каточка? Блин, 2-1 уже. Ну зато у меня по контролю предметов лучше чуть-чуть. Помегай, если честно. Так. Давай, давай, давай. Какую-нибудь кьюру, я не знаю. Давай попробуем. Думаю, именно на этой карте я тебе уступлю. Угу. О, Питер. Так, ладно. Так, карта меняется, надо менять имя. Правильно? Правильно. Зачем? Значит, ты будешь не Питер. Я нажал Ready. Не допрыгнул. Как, кем ты будешь-то? Все, 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 не заморачивайся. Ну ты должен быть кем-то. Никем быть скучным, никем. Я уже тот, кто я есть. Я возмездие. Я ночь. Я Бэтмен. Кто? Ватман, что? Говорю, Бэтмен, дурак. Ватман. Какой Ватман? Ой. Как это я хорошо так поймал-то? Прям бодро. Вообще нормально, сам в шоке. Тишина. Не, я просто думаю. Ты чё там сел? Туалет платный вход. Да что? Ой, нормально. В принципе, сойдет. Для первого-то раза. Да, для первого раза вообще сойдет. Вообще нормас будет, я тебе. Ладно, 1-1. Так, понятно. Ты кое-что скоммунизил то, что принадлежит моей семье. Что? Опять начинаешь? Нет. Я тебя слышу. Да что ты? Хи-хи-ха-ха! Сейчас как тебя настигну. На. Ой, все, все, все. Давай. Ой, что я прыжок не нажал. Ой, это ты тоже. Битва за мегу продолжается. Блин,
Как я умер? Лол, ты же в негу взял, как? А я не знаю, что это там. Прям раздамаживый такой был. Блин, а так-то рубит вообще норм. Ой! Да почему? Ты ж кричал, почему ты не умер? Со второго раза. Ну я кричал, потому что я не умираю никогда. Я не умираю. Не, подожди, ты ж кричал. Да как так-то? Я и высунулся, собственно, поставился, потому что там был ор с первой рельсы. Ладно. Это очень плохая идея с рейлом против человека, у которого ракета. Нет, я буду жить. Я пловец, между прочим. Ты не знал, что ли, об этом? Какой, подожди, да? Тактика работает. Тактика замешательства противника. Тактика пловца. Буду плавать рысью, буду жить. Не, ну рыси не плавают. Я буду плавать медведем. Медведем все пары. Ага, минус лига. Ой, все, ладно. С тобой больше не о чем разговаривать, братан. Ага. А ты что не взял? Я испугался. Что, Василий? Ну так страшно вообще-то, чувак, до тебя сломя голову бежит шафтом. Хорош! Yes! Вообще красава. Если я сейчас умру... И сам себя еще. Вдобавок. Норм. Труп этот, дроп лежит голимый. Так. Я тебя понял. Ага, до свидания. Я тут вообще мимо проходил. Я тут турист. Мне просто экскурсию заказывали. Я тебя сделал, Rocket Jump. Так выглядело, кстати, классно. Да. Да, только это надо было с моего лица, наверное, смотреть. Хорошо. Ну, на. Какой хорошо, о чем ты говоришь? Отлично. Я такой прямой. Так шафта надо еще уметь попадать. Точнее, не попадать. И я еще умер. Ты представляешь, сколько я был? Ай, у меня какое-то достижение. Сколько это? 200? На 200 по ней ходил. Я просто раздумажу. Я там просто 200-200. Вот примерно как сейчас. Примерно как сейчас ты, был я. Я там такой плотный дядя был. Ага, нет. Да почему, блин? Мой ракет лучше твоего. Ну, вот тут я не спорю, конечно. Хотя у тебя бывает порой... Бывает получше у тебя. Есть. Ну эй, ты как вообще живешь-то? Ну вот как-то не знаю, как-то приходится там. Концы с концами свожу кое-как. Работу нормальную нашел, вот скоро женщина переедет. О-о-о. Шутка. У двух вейкеров не бывает девушек. Я знаешь, что смущает? Что у меня кроме ракеты ничего нету. У меня есть в руках мое самое плохое оружие. Ладно. Сделаем вид, что этого не было, да? Да. Так-то один фраг всего разница, дядь. Так-то да, мы идем вплотную.
Ах ты ж. Комуняка. С кому. А, это все. О, я не ожидал, что ты прям за углом! А я стою такой, слушаю. Думаю, дай, может, с экстреном поздороваюсь. А он идет и что-то не, даже ручкой не помахал и не обидел. Так у меня рейл был. Какая ручка? У меня все занято было. Ага. Да все, 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 что, что, что? Блин. Такой выглядывает. Есть кто? Блин. Задунаил. И не говори. Рокет, Рокет и моя все. Не скажу. Да ладно, ладно, ладно. На! Два рубика в лицо. Это серьезная заявочка, между прочим, молодой человек. Естественно, серьезная. Особенно слушая ваши. Ваши пение. Стоны, стоны. Да. Крики. Понимаешь. Пощади, что... великий стен. Ладно, ладно, ладно. Ну что ты, что ты как это? Как не родной. Маленький. Чуть что, да я ж пошутил, братан. А ты сразу за пушку там за какую-то. Ой, все, давай. Сейчас я тебе настрелюкаю. Себе по лбу там настрелюкай. Иди в свой двор там и выделывайся. Да ты как еще жил-то вообще? Вот просто. Человек, который хочет жить, он будет жить. Да. Главное. Главное, ты украл мой шар. Это мой шар. Ладно, мега моя. А. Нет, нет. Нет. Я перепрыгнул гранату, ты бы это видел. Это был прыжок, просто это был. Прыжок, боль, вера, разочарование. Просто всего того, что... Есть. Ну, понятно. Нет, хорошо. Я буду прятаться. Эй, иди сюда. Эй, ты. Эй, ты. Догони. А где ты, я пришел? 5 секунд. О. Блин, а ты подлец. Если бы я себя не убил, по было фрагам бы... 10-10. 10-10. Да, ну ладно. С каждым разом я все лучше и лучше. Ну все, в принципе, я думаю, останавливаю запись. Ладно, всем, кто смотрел этот лютый дикий трэш, большое спасибо. Да, и... спасибо. До свидания. До следующего. Смотрите в прямые трансляции. Умри, скотина, умри, скотина, я тебя ненавижу. Все, пока.